Чемпионат Беларуси по футболу стартует 2 апреля. Решение принято на исполкоме БФФ. Также определена система ротации между дивизионами. Так, в первую лигу вылетит одна команда. Еще две сыграют стыковые матчи. Встреча за Суперкубок Беларуси между Батэ и Шахтером пройдет на стадионе ФК Минск на улице Маяковского 13 марта. В случае плохой погоды поединок перенесут в футбольный манеж.